Thank you so much. Уважаемый господин премьер-министр, дорогие друзья, позвольте еще раз уже в такой абсолютно деловой обстановке вас всех поприветствую. Благодарю за то, что вы приняли наше приглашение. Вы сейчас говорили о глубине связи между Россией и Италией. Ora abbiamo parlato già della profondità dei rapporti tra la Russia e l'Italia. С этим трудно не согласиться, так оно и есть. Да proprio così, non si può non essere d'accordo con questo. Сегодня мы знаем, российско-итальянские отношения переживают определенные испытания. Certo, sappiamo che oggi nei rapporti tra la Russia e l'Italia ci sono certe sfide. Но сам факт того, что представитель правительства Италии находится сегодня в России, в Петербурге, говорит о том, что у нас есть общее желание проанализировать эти сложности и преодолеть их и идти дальше. Però lo stesso fatto che il presidente del Consiglio dei Ministri italiano oggi è in Russia, a San Pietroburgo, già è una buona testimonianza che abbiamo il desiderio di analizzare le difficoltà che noi abbiamo e di pensare come meglio superarle. Еще раз добро пожаловать. Quindi ancora una volta benvenuti. Grazie Presidente, grazie per l'invito e grazie per lo straordinario, per la straordinaria opportunità di visitare San Pietroburgo in questa importante occasione. Спасибо, господин президент, спасибо за приглашение, спасибо за замечательную возможность участвовать в этом прекрасном форуме, что дало мне в свою очередь возможность посетить этот замечательный город. Questa mattina ho iniziato correndo nella tua città, guardando la bellezza non soltanto delle opere architettoniche, ma anche l'ottima qualità della manutenzione, della pulizia, e naturalmente poi ho avuto modo di illuminarmi gli occhi con l'Ermitage, dunque è stato un inizio di giornata splendido. Io сегодняшний день начал с пробежки, пробежался по улицам вашего прекрасного города и мог воочию наблюдать, в каком замечательном состоянии он находится, как он, насколько он чист, насколько он хорош, красив. После этого я прикоснулся к высокому и посетил Эрмитаж. В начале дня у меня было совершенно замечательно. И adesso sono molto contento di poter approfondire tutte le questioni dei nostri rapporti bilaterali. Dunque, grazie per l'invito. E penso e spero che potremo fare un buon lavoro nel corso del nostro incontro. А сейчас я с огромным удовольствием воспользуюсь возможностью, может быть, углубить какие-то наши вопросы, которые касаются наших с вами отношений. Еще раз большое вам спасибо за приглашение. Я хочу поблагодарить вас за добрые слова из Петербурга.